Дорогие друзья, дорогие мои девочки, всем доброе утро. Хочу показать вам свои палантины в развернутом виде. Меня просили, кому-то интересно, кому-то не интересно. Ну, в общем, так у меня сегодня настроение такое. Муж ушел в машину на мойку, погнал. Ну, а я думаю, потрясу-ка я своими палантинами. Вот. Последний палантинчик, который я приобрела, очень мягкий такой, прям нежнятина-нежнятина. Вот такой вот он. Ну, я у многих вижу такие палантины. Вот. Как завязать? Ну, как завязываю, я вам потом покажу. В общем-то, ничего такого сложного я со своими палантинами не делаю. Ну, вот так вот. В общем, пока только покажу. Так что, девочки, оставайтесь со мной. Так, второй палантин. Вот он такой уже не пушистый. Это я не знаю, что вискоза может быть. Он такой вот мягкий, приятный, не шелковистый, не скользящий, что очень ценно. Вот такой вот большой, широкий. Смотрите. Видите? Его можно хоть на голову, хоть так. Он очень объемный, поэтому и теплый в то же время. Когда его собираешь вот так вот, да? Он уже получается такой объемный, поэтому теплый. Как я на шею наматываю, например, если под пальто. Ну, просто вот так. Ну, складываю, конечно. И вот так вот загораживаю грудь. Так, здесь же идет уже одежда, шея закрыта. Все. Это если я под одежду надеваю. Когда с воротником или с капюшоном. Так. Вот такой вот палантин. Тоже у меня. Это это рептилия, да? Это леопард. Очень красивая расцветка, вот именно в таких коричневых тонах. Не пошлая, не такая вот дешевая, вот именно расцветка, вот то, что надо, вот это. Классно. А леопард, он всегда в моде, он не выйдет из моды никогда, девочки. Но с ним нельзя переборщить. Если у вас шарфик леопард, то все, уже остальное должно быть однотонное. Вот так. Также можно и на голову этот палантин. Он очень такой теплый. Это кашемир. Объемный, теплый шарфик. Палантинчик. Он с кистями. Так. Палантин у меня еще вот такой. Вот он более легкий. Ой. Кистей у него нет, он вот такой вот, он прям полупрозрачный. Но я его и шубой носила. Он тоже такой вот широкий. Вот такой. Очень красивая расцветка. Также хоть на плечи накрыть, да? И если я ношу, например, шубой, то вот так. Я все просто делаю. Вот так вот. Если шуба наш с воротником или пальто с капюшоном, то легко и просто вот так вокруг шеи обмотать. Если хотите, чтобы была спина закрыта,
Можно, например, вот этот вот конец брать поменьше, закрыть спину, обмотать вокруг и еще вот так вот закрыть спину. Ну, в общем, регулировать вот так. То есть у вас и спина будет закрыта, и плечи, и все нигде не поддует. Так. Складываем. Вот это мне тоже очень нравится, потому что структура такая ткань не шелковистая, она хорошо драпируется, ложится. Очень нравится. Так, ну вот этот вот палантин с кошками, который у меня не так давно. Он поуже немного. И он немного так шелковистый. Он не так, ну, драпируется, но как-то он преломляется. Мне больше нравятся не шелковистые, хотя не слишком он такой скользящий. Ну, тоже хорошо вот на весну, на осень. Вот так вот. Много цветов, красный в основном, который так освежает. Вот. Немножко электризуется. Тоже здесь и вискоза в составе. Вискоза, хлопок, по-моему, еще что-то, не знаю уже. Уже состав я вам говорить не буду. Так, вот этот вот палантин, это вообще от Avon, по-моему. Ему уже очень много лет. Вот, он немножко у меня замахрился, но нравится. Вот такой вот леопард. И на краях вот такой вот, как купон кружевной. Но все равно он такой вот тоже мягкий, не скользящий. Я его иногда ношу под куртку. Красота неописуемая. Вот. Такой вот палантинчик. Я уже не буду вам показывать свои платки, которые такие легкие, потому что и шарфики, я их уже убрала далеко. И только вот такие вот на зимний, осенний, весенний период. Вот такой вот палантинчик. А это я, по-моему, заказывала на AliExpress. Тогда еще не было Wildberries, это было давно. Вот. Ну, такая вот расцветка. Ну, у меня есть пальто, оно такое горчичного цвета. Ну, так, горчичного, да. И вот с этим палантином я носила. Я вам покажу, как я надевала. Вот такой вот. Тоже вот палантин можно на плечи, можно так вот. Ну, раньше как бы модно было, да, на пальто надевать. Сейчас мало кто так носит, да. Все как-то или наматывают на шею, или под одежду. Вот так вот. Красиво. Так. Еще хочу белый палантин, вот чисто белый, тоже вот такой мягкий и пушистый хочется мне. Ну, посмотрю. Так, вот такой вот шарфик, но это я, по-моему, то ли в Египте, то ли в Турции. Это, по-моему, даже дочери я привозила. Он был красный, она, по-моему, красный взяла тоже, типа такого. Вот. Вот такой вот. Я его мало ношу, вообще можно сказать. Не знаю почему. Хотя такой достойный палантин. По-моему, в Египте мы покупали. Или в Турции, или в Египте. Не помню где, девочки. Было очень давно тоже.
Ну, так, расцветка, видите, такая. Фиолетовая, сиреневая, розовая. Ну, в общем, к любой одежде тоже подойдет. К любой одежде. К любому цвету куртки. Хорошо, когда подходит ко всему, и можно так это все сочетать, играть. Вот такой вот палантин. Это не помню тоже, то ли Фаберлик, то ли Вейван. Вот такие вот, какой-то медный у него перелив. Такой вот он мрачноватый, мне кажется. Хотя тоже с чем-то можно. У меня со старой курткой я его надевала. Ну, с бежевой шапкой. То есть вся с бежевой сливаешься. Но он с таким... Вот он поле, видите, серое. И такой медный. Видите, медный такой отлив. Вот. Ну, тоже ничего. Ну вот он по структуре своей, он немножко так вот это как-то затяжками делается. Но не скользящий такой, как вот знаете, как лен. Видите, такая вот. Так. Складываем. Я уже тут порядок-то наводила. И вот у меня еще такая есть марлевка. То есть осень, да? Осень на дворе. Осенние мотивы. Ну, это просто марля-марля. Я помню, покупала в магазине «Фамилия». Вот такие здесь, знаете, ну, вот такая марлевочка. Он прям тоненький. Не очень мне нравится, он как-то не драпируется. Но вот когда так по цвету подходит подо что-то, я его, знаете, как делала? Так, как же я его делала-то? А, я его перекручивала. Вот так и вот так вот делала, вот так вот перекручивала. Вот так вот. В общем, это идет на какую-то легкую одежду, то есть шарфик такой легенький. Можно вот так вот оставить, так вот расправить вот эти вот воланы. Видите, он двух такой двухцветный. И здесь вот так вот пышненько сделать вокруг шеи. Тоже так освежает, да, девочки? Он такой прям вот марлечка, легенький. Ну, хлопковый, он не воздух пропускает. Приятный такой, одним словом. Вот я также и капроновые такие, шифоновые шарфики делала. Так вот наматывала. И потом вот так расправляешь, тоже красиво смотрится. Можно в бант в какой-то здесь сделать уже вот такой вот осень золотая. Так, вот такой у меня есть снуд, но это из фикс-прайса, то есть тоже вот такой он мохнатенький. Вот так вот его можно на куртку накрутить, тоже такой приятный, но он, естественно, такой искусственный полиэстер какой-то, наверное. Вот. Но я его носила раньше. У меня белая куртка, я так надену. Все закрыто. Пушистенький такой он. Мохнатенький. Так. Ну и теперь косынки. Косынки.
Вот такая косынка, это мне мама вязала. Давно уже такая вот. С такими кистями. Можно тоже. Раньше модно было, да? Можно на плечи накрыть. Можно под пальто. У меня раньше было такое, такого же цвета пальто. И, ну, также вот я на пальто носила. Вот это вот было модно, да, но это Павлово-Посадские платки так делать. А так вот, все закрыто, спина закрыта, удобно. Даже не на пальто, а под пальто можно вот так вот сделать, да. Вот. На пальто носила, да, когда было модно, говорю, просто вот так вот завязать. И все. Теперь Павлово-Посадские платки. Вот это был мой первый платок. Такой вот. Кисти я уже все тут оборвала. Тоже шубы носила такие. Ну, как я ношу? Вот так вот. Также наматываю вокруг шеи. И все. Ну, это такой небольшой платок. Этот платок я, по-моему, покупала в городе Пушкин, когда мы в Питер с мужем ездили. Здесь шерсть и вискоза. Здесь не чистая шерсть, шерсть с вискозой. Вот такой вот. Красивый платок. Да, мы покупали там. Давно уже носила я его. Очень активно носила. Так. Вот такой вот платок. Ну, это мамин. Я ей дарила. Она кисти убрала. Ну, сейчас он перешел мне по наследству. Вот. Ну, она мало его как-то носила. В основном шубой. Вот. Тоже так. Можно на пальто. Ну, говорю, это вот было как-то модно, да, носили платки. И так можно сделать. И так завязать на узел. И вокруг шеи просто под пальто. Вот такая вот расцветка. Ну, здесь это уже шерсть. Красиво. У нее как раз шуба была мутоновая, такая серая и с голубой норкой. Так, вот это мой платок. Я кисти не убирала, я носила с пальто с горчичным пальто, вот так вот, то есть горчичное, зеленое, в общем-то, подходит. Здесь вот кисти. Вот такой вот платок. Все, это был мой последний платок. Ну, сейчас покажу, как я, например, ну, с воротником я вам показала, как я завязываю шарфики, палантинчики. Сейчас покажу пальто без воротника, как я завязываю палантин, как я ношу с таким пальто палантин. Вот такое у меня пальто. Видите, оно было вообще без воротника. Вот видите, как широко, шея вся раскрыта. Здесь у меня была брошь красивая, я ее убрала.
Был какой-то хомут, но он как-то непонятно был. И, короче говоря, из этого хомута сама сделала вот такую полустойку, да. То есть она сзади есть, чтобы не поддувало мне нигде. Вот такое вот пальто. Ну и носила я его, в общем-то, с разными. Можно с платком. Сейчас я вам покажу, с чем я носила в основном. Вот носила, например, вот с этим палантином. Ну, когда, например, не сильно холодно на улице, пальто, оно уж такое не очень-то. Кашемировое пальто. Так, как я надеваю? Я сначала вот так вот складываю. Надеваю сначала шарф, потом пальто. Так, вот так вот. То есть под пальто. Я не люблю, когда вот наверх, чтобы не пачкался, во-первых, воротник. Да, всегда нужно как-то шарф надевать вниз. Вот так. Эту часть убираю. Уже застегиваю. Здесь вот такие потайные пуговицы. И вот эту вот часть уже закручиваю вокруг шеи. Вот. Можно как-то так вот продеть, да? И выпустить туда. Здесь расправить. Ну, я так не делала. Я так не делала. Я делала просто вокруг вот так вот шеи. И просто заправляла туда. И вот так. Вот здесь вот так вот. Ну и вот. То есть закрыто сзади. Шею не дует. И грудь закрыта. И вот так. Вот так вот я носила. Всегда сначала шарф надеваю вниз, под пальто. Ну, если вот без воротника и вам нужно намотать. Ну, хоть пальто, хоть куртка. Вот. И также платок. Платок вот такой, например, когда я носила наверх платок. Когда наверх, тогда, конечно, уже приходилось не надевать так под воротник. Можно просто вот так вот, да, или можно сделать, например, вот таким образом. Ну, можно здесь чем-то закрепить, заколоть. Вот. Но когда ветер на улице, да, как-то это все. Ну, вот так. Если наверх, то так. Когда было модно, я так ходила. Ну, красиво, да? Можно, конечно, вот так вот подогнуть под вот эту вот стойку, чтобы не пачкать воротник. Все равно от кожи это все пачкается. Ну и потом просто вот так вот завязать на узел для красоты. Если не холодно, то можно и так вот оставить, да? Если же хочется закрыть шею, можно вот так. Можно чем-то здесь заколоть, какой-то брошью. Ну, вот так вот я делала, да. И более холодной погоды я брала палантин потолще. А потолще у меня вот этот вот
леопардовый тоже очень хорошо сочетается. Ну, повязывала также под пальто. Ну, этот очень теплый. Ну, я уже не буду, но вы поняли, под пальто. И вот один конец сюда. Можно, конечно, и так намотать. Можно так просто, да? Расправить это туда, это сюда. Ну, все вот так просто. Никаких замысловатых узлов я не вяжу. Ну и все, дорогие мои. В результате вот так вот хранить очень удобно. Все видно. Не нужно перебирать всю вот эту вот пачку. Ну и тот шарфик, который я сейчас ношу в данный момент, я просто его положу сверху. Ну а вам спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. В конце-то концов, чтобы не пропустить новые видео. Ну и всем пока-пока. До новых видео.